всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на пятерку щипцов для завивки волос с AliExpress. Все представленные товары идут с AliExpress, их ссылки будут в описании под этим видео, можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Первый у нас пятерки, вот такие щипцы для завивки волос, профессиональные, с тремя керамическими валиками, стайлер для завивки волос, ну, инструмент для стайлинга, то есть получается использовать его можно как для домашнего использования, так и для профессионального. Стоимость его без акции 1692 рубля, а суть его работы, то есть вы зажимаете прядь волос и получаете сразу в нескольких местах, да, одновременно вот такие вот волны, то есть не нужно будет накручивать волосы, а просто нужно будет вот такими как щипцами зажимать и получать волнистые волосы. Заказывали более 3000 раз, но отзывов оставили меньше, однако большая часть, конечно, которые оставили отзыв, людей указали отзыв на 5 звезд. Положительно, все понравилось, все пришло целое, и продавец был отзывчивый, отвечал на все вопросы, и доставка качественная. Следующий у нас вот такой вот щипцы для завивки волос, беспроводные, автоматический утюжок с вращающейся керамической плойкой, светодиодный дисплей и 6 регуляторов температурных режимов. А здесь небольшой дисплей есть с показанием, да, температуры, также кнопка включения-выключения и кнопка увеличения либо уменьшения режима нагрева. Здесь получается вы прядь волос у вас попадает в стаканчик так называемый, да, сверху здесь вращающаяся керамическая плойка внутри нагревается и тем самым производит накручивание волос. То есть вам не нужно будет также самостоятельно крутить волосы на плойку, а просто их нужно будет прядку установить волос, да, вот в такой вот стаканчик и соответственно получить локон. Стоимость зависит от комплектации, да, и от расцветки. А здесь можно выбрать в данном случае комплектацию полную за 1455 рублей. Отзывов немного, но однако они имеют высокий рейтинг, поскольку товар соответствует описанию, очень интересный и даже довольно-таки стильно смотрится. Комплектации достаточно для того, чтобы делать локоны и, соответственно, локоны получаются, как написано было в описании. Следующий у нас вот такой вот профессиональные щипцы для завивки волос. Керамический инструмент для завивки волос. Утюжок идет как в виде конуса. То есть у вас в комплектации идут вот такие вот перчатки, да, для того, чтобы вы могли накручивать волосы. Здесь локоны нужно делать самостоятельно на такую конусообразную, скажем так, ручку, накручивать каждую прядку и получать себе вот такие красивые локоны. Здесь небольшой дисплей есть, да, с показанием температуры и также кнопки регулировки температуры, включения и выключения. Стоимость 805 рублей. Отзывов здесь, в принципе, было достаточно, да, и большая часть отзывов, конечно, положительная, потому что смотрится очень стильно и соответствует описанию. Следующий у нас вот такой вот автоматический накручиватель, скажем так, да, щипцы для завивки волос, тоже идет с ЖК-дисплея. Здесь также вот такой вот стаканчик, куда попадает прядка волос, накручивается у вас на внутреннее основание керамическое, которое нагревается, и получается у вас локон. Здесь есть также указание, да, температурных режимов по Фаренгейту в данном случае. И, соответственно, на самом устройстве есть кнопки включения-выключения, регулировки температуры. Также доставляется вот в такой коробке. Стоимость 1287 рублей. Отзывов здесь было много, потому что всем интересно, как работает данная плойка, но никто не остался недоволен, потому что товар соответствует описанию и получаются довольно-таки симпатичные локоны. Тем более, если крутить их самому, на своей же голове, скажем так. Ну и последний у нас пятерки, вот такой вот автоматические, да, щипцы для завивки волос. Автоматическая плойка тоже идет с ЖК-дисплеем и контролем температуры. А здесь суть какая, то есть вы пропускаете прядку волос через данную систему и здесь на
керамическое основание накручивается прядка волос и нагревом происходит получение локона. Здесь выше указано, что в зависимости от того, сколько секунд вы будете держать каждую прядку, будет зависеть от того, насколько сильно данная прядка накрутится. Стоимость такого товара без акции 2314 рублей. Отзывов было немного, но, конечно, те, кто заказали, указали, что данный товар соответствует описанию. Единственное, что если волосы очень длинные, то, соответственно, локоны сделать на полную прядь, конечно, не получится. Это большая часть, конечно, для средней длины волос, там, да, либо для коротких, потому что с длинными будет немножечко сложнее. Ну вот такая вот пятерка у нас получилась щипцов для завивки волос с AliExpress. Все представленные товары идут с AliExpress, их ссылки в описании будут, переходите и заказывайте. Также не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставлять комментарии, оставлять лайк, и всем до новых встреч, пока-пока!